Мы спокойно проезжали при такой поддержке народа, что небо было видно только наполовину, так они громоздились друг на друга. А на другой день они сыпали проклятиями так, что свет померк, и вода в бочках пошла пузырями. Причин ни к тому не было никаких, разве что я насвистывал другую песенку, но так тихо, что ее слышал только я, да гусеница у меня на манжете. А потом опять «Осанна!» кричали, «Осанна!» И Сан Саныч думал, что это ему, и сказал: «Поехали быстрее отсюда!» И у меня вывалился от изумления язык и остался лежать на дороге. Вот почему я говорю теперь таким языком, что он течет сверху вниз, как Ниагара, и пишется, как нагромождение камней, обтекаемых ее падающей водой. А гусеница тем временем превратилась не в бабочку, а в жука от неприходящего изумления. Но жужжал он совсем как бабочка, если только бабочки умеют жужжать, что зависит единственно лишь от рисунка на их неподвижных крыльях.